Байнаульцы – обладатели командного кубка республиканского турнира по настольному теннису. В споре за главный трофей спортсмены обошли соперников из 17 сборных, отличились сельчане в личном и парном разрядах. В командном первенстве среди девушек победу одержала сборная области. Среди юношей байнаульцы – чемпионы. В финальном розыгрыше позади себя они оставили сразу две дружины из Аксу и павлодарских теннисистов. Хозяева турнира стали четвертыми. Про команду я могу сказать так, что у меня команда очень хорошая была, но мы были не уверены в себе, из-за этого мы плохо отыграли. Мы проиграли Ахмула и Ахсу-1. А по личным, ну, я вышел в финал, ну, две игры проиграл, я нервничал очень сильно. И не уверен в себе был также. Из-за этого не смог выйти. Феерили байнаульцы в остальных дисциплинах турнира. Успешно они выступили в парном разряде, затем выиграли медали в смешанном дуэте. Но интереснее всего специалистам было наблюдать за борьбой теннисистов в личном первенстве. Фаворитка среди девушек – Азерки Зейнулла, среди юношей – Ерганат Сапар. Очень сильный мальчик. Ну и Аксу, конечно. У нас тоже они сейчас приехали с республиканских соревнований. Они в очень хорошей форме, парни. Так что, ну, игры будут зрелищные, будет борьба однозначно. Личное первенство среди юношей стало зеркальным отражением командного. Байнаульцы Ерганат Сапар – чемпион, следом Алишер Жапаров и Арман Тулегенов из Аксу. Непредсказуемо завершился финал среди девушек. Победу одержала Наргиз Касымова из Павлодарского района. Азерки Зейнулла – серебряная, а ее подруга по сборной Акбота Куанышкызы – бронзовая медалистка.